Всем привет, дорогие зрители, с вами Ниагара, мы продолжаем играть. Я нашла, кажется, область поиска. Так, а, да, вон там домик видно. В общем, вот это озеро. Это место пересечения рек. Как оно называется? Черуэл и Грейтвис. Вот озерцо я нашла. Ну, вот и дом, собственно, да? Ну да. Мне нужна тво... Да. Нужна помощь, это уже все понятно. Убираем метку. Ну и идем в гости. Кажется, друид живет здесь. Да. Видишь, какие мы с тобой молодцы. Да, тоже чучело. На его земле лишь люди из Соломы. Там к чему жжет? Ну, может быть, у него тут обряды какие-то, потому что костры, люди с Соломы. Эй, а он сам где? Здесь закрыто. А, есть другой вход. Пустите путника. О, дух, ты наконец-то здесь! Несколько дней назад я предсказал твое появление по каплям дождя. Но кто же скрывается под маской из кости? Неужто гость из страны фей? Я знаю, ты не скажешь. Не буду спрашивать. Кем бы ты ни был, теперь мы можем начать обряд. Но люди из Соломы должны ярко полыхать. Пусть пламя ознаменует конец и новое начало. Я же буду ждать твоего возвращения. Всех поджечь? Вообще не проблем. Так. О! Кися! Смотрите. Халивин сказал, что люди из Соломы должны полыхать. Значит... Подожгу. Подожгу их. Тыщ! Дух Соломы говорит. Что он тебе нет, говорит? Пусть ему вторят другие. Добро, шо интересно. Можно и стрелять, конечно, но так-то прикольнее, да, кидаться. Да. Овечки. Вот и еще. Ты тоже поджигаешь? Надеюсь. Или это делаю только я? Нет, он просто что-то там шаманит. Хватит или еще? Нужен огонь. У него знак такой на двери, да? Сколько их всего? А, вот еще. И опа! Ну чё? Сгорелся? И еще. Где я? Чё? В смысле еще? Ещё, не помоги, а чё мне надо? Так, здесь... Ну, дым, блин, ничего не видно. Здесь зажигали. Так, тут вода. А это что такое? Так, тут золотишко есть. Понырять, что ли? На досуге. Слушай, я не вижу, где еще там. Ну. Где-то, ты говоришь, еще один должен быть. Так, это к нему дорога. Мы пришли немножечко с другой стороны. Здесь есть парадный вход. Чё? В смысле? А! Вижу. О! Чё, серьезно, столько всего еще надо? Ну-ка. Не горит. Опа! Пусть их голоса гремят! Еще! Еще! Подожди-то. А почему мне на дом показывают? Мне что-то внутрь надо зайти, что ли? Читать.
Я видел этот символ на щитах и могильных камнях. Так, кельтский узел. Нити сплети, помни о чарах, что не подпустят злых духов ярых. Крепко плети круг, замкни, пусть амулет этот нас сохранит. Угу, загадки. Подожди-ка. Там внизу еще что-то. И внутри дома. Ну, я думаю, что он всех, наверное, здесь расположил, скорее всего. Вряд ли что-то за домом еще надо поджигать. Там скорее загадки, наверное. Они ревут! Ты ведь слышишь, как рев огня! А, все. Кажется, это все. Угомонился. Вернусь к друиду. Да, давай. Я внемлю, Тер. Я хочу задать тебе один вопрос. Теперь твое поведение и облик вызывают у меня некоторые сомнения. Ты и правда светлый дух? Да, конечно же, я дух. Докажи. Я помогу тебе, если покажешь, что знаешь тайны мира. Расскажи, как использовать амулеты. Хорошо, давай свои загадки. Что может наделить мертвых даром речи? Я должна отвечать? А, я не знаю, да? Ха-ха! Ладно, вернусь позже. Дай мне немного подумать. Может, ты темный дух? Если нет, приходи и попробуй ответить снова. Я где-то должна найти... А чем же он спрашивает? Ответ. Думаю, в его доме найдется что-то, что подскажет ответ. Ну, давай. Дверь-то открыта. Так, то есть сначала мы и должны были подойти к нему. Вижу, кинжал здесь перевернут. Кинжал было отпусти... Ведь мне нужно круг провести, и в круге том с петухов зовом старое сменится новым. Да, это мне ни о чем, конечно, не говорит. Так, тут еще что-то было. Ну-ка. А, это, наверное, с той стороны. Петля висельника, нож. От сосуда пахнет ядом. Три орудия убийства. Тройная смерть. Тены и сервы умрут тройной смертью, двое дыхания спёрто вервью твое. Кровь на землю льется, и только трава пьется. Да. Это что-то как будто внизу. Внизу, где это? Как-то достать. На двери мы читали. Вот оно что. В этом году цветы опять распустились рано. Это ты их нам посылаешь? При жизни ты всегда умел заговорить зубы, так что не удивлюсь, если после смерти продолжаешь то же самое делать с богами. У сапожка новый выводок котят. Скоро мы будем купаться не только в любви, но и в кошках. Спи спокойно, мой зверь. Тут кто-то похоронен. Подожди, нет. А вот это как А читать? Два ковша из одной ветки. Вырезы похожи. Двойная ложка. Луна встает, солнце заходит. Ведь единство в их природе. Утром мотают клуб, ночи вкушают суп. Господи. Что это все значит? Так, ну что-то тут еще было. Не с этой стороны. Ну, здесь же я осмотрела. Ага. Так. Рты распахнуты, будто выкрикивали тайны. Расскажи мне о связи нерушимо, поведай о дороге незримо и не путайся в слова, говори, что язык твой прах. Ага. Ну, я могу уже пойти ответить или нет? Я не знаю, я вроде все обошла. Я внемлю, ветер. Давайте попробуем.
получилось найти свою суть? Если ты светлый дух, ответь. Что может наделить мертвых даром речи? Черепа духов. Черепа духов ведут их голоса в мир живых. Итак, я говорю с почившими друидами. Но ты, дух, и так это знаешь. Скажи, что может помочь девам? Блин, я это не нашла, что ли? Дай мне немного подумать. Может, ты темный дух? Да. Если нет. И... Так, ну давай посмотрим. Тут впереди ничего нет, только дом. Так, это я осматривала. Подпол осмотрели. Здесь тоже. А что ты тогда хочешь от меня? Мы же вот это осматривали. Вижу, кинжал здесь перевернут. Ну, это мы уже все увидели. Кинжал. Так, здесь записка была. Еще раз все прочитаю. Петля висельника, нож. Три орудия убийства. Ядом. Три орудия убийства. Блин, как же я это не люблю. В подвал я спускалась. Одно где-то тут. За поворотиком. Ну так это да, это мы тоже смотрели. Символ. Я видел этот символ на щитах и могильных камнях. Кельтский узел. Ой, блин. Так. Угу. Ну, два в доме. Так, одно здесь. В подвале. Ну, это мы читали. Ой, все. Что ты еще хочешь? Я же тут осмотрела. Два ковша из одной ветки. Угу. Вырезы похожи. Война ловушка. Так, подожди, стой. Так, что? Вот. Ее-то я и не видела. Тут, кстати, за золотишко можно нырнуть, наверное, да? Пойдем-ка сюда. Рыбка плещется. Чё? Почему я не могу подойти? Фига себе. Постанова. Статуя женщины, Сабрины, смотрит на меня из-под воды. Воды струятся, как локоны алые. Сабрина играет на отмеле в скалах. Но если вдруг дева в беду попадет, она то и всегда на помощь придет. А еще что-то. Опал. Нифига себе. Так, смотри-ка, нам, наверное, нужно нырнуть туда, да? Ага. Тут видишь, как все в заборе. Остром. А если я поднырну, может быть? Хотя нет, они же как-то на дно установили все это дело. Оттуда не получится. Сигануть. Отсюда? Ага, получится. Пойдем-ка. Он подождет. Я уже заколебалась тут его, эти отгадки искать. Так, вот это сюда. Опа. И поехали. Где? Ох, какая красота. Вольфрам. Так, а как нам отсюда теперь выйти? Я же отсюда не выплыву. А! Ну-ка. Вот сюда. Чутенько. Работаем чутенько вообще. Так, где этот придурочный? Наверху. Залезай, пожалуйста. Так, это как раз-таки была загадка про деву, по-моему, единственная, которую я не нашла. Остальное все мы уже на два раза просмотрели. Погнали.
Давай свои загадки. Сейчас все отгадаем. Я внемлю, ветер. Получилось найти свою суть? Если ты светлый дух, ответь. Скажи, что может помочь девам? Дев, попавших в беду, защищает Сабрина из реки Северн. Сабрина — нимфа воды. Да. Скажи мне, у дух воздуха и света, что поможет позабыть о прошлом? Кинжал. Связь с прошлым может обрезать кинжал Атам. Перевернутый клинок, обращение вспять. Вижу, ты знаешь. Да, мы прошарены. Ты точно дух света. Хвала Мабону. Хочешь хлеба со сливками? Нет, мне нужен лишь ответ на вопрос. Эту сумку с травами принес в Глостер некий человек. Знаешь, что в ней? Да, снотворная смесь. Эту сумку наполнял я. Помню, за чашей вина из одуванчиков он вспоминал дом в Кейт-Ладроне. В Кейт-Ладроне? Хорошо. Благодарю тебя, Халивин. Но этого духа нынче ждут и другие. Так лети же с ветром и листвой, друг холмов. Блин, чтобы получить этот простой ответ, нам пришлось тут все облазить. Кейт-Ладрон. Звучит странно. А Модран ждет меня у камней неподалеку. Подалеку это где? 300 метров. Ну, действительно неподалеку. Пойдем. Украденный король. Ой-ой-ой. Так все-таки он жив? Украденный. Я пробегусь. Найдите Модрон. Надо разбираться, кто что задумал, вообще почему нас усыпили, подставили. Что вообще происходит? А может быть, на самом деле вот этот сам все затеял? Рогатый, которого должны были сжечь, чтобы не сгорать, допустим, да? Убрал преемника. Коняшка. Вижу, а Модран. Тут. Поговорить бы надо. Меня ищут по всему Ширу. Не совсем, хотя лучше не подходить к городу и не снимать маску. Но тело Теодора так и не нашли. Той ночью я лишь пил и веселился. Мало что помню, но мы с Теодором точно не ссорились. Печально слышать. Халивин что-нибудь тебе рассказал? Он дал травы мужчине из Кейт-Ладрона. Гвильему, который пил со мной и Теодором. Кейт-Ладрон — повалийский тайник воров. Это на холме к западу отсюда. Могу тебя проводить. Я перед тобой в большом долгу. Ты не обязана была мне верить. Я тоже беспокоюсь о Теодоре. И хочу разобраться в том, какая напасть его постигла. Так идем. Значит, идем. Я найду Гвильяма и верну себе доброе имя. Пойдем, пойдем. Надо разбираться. Тело не нашли, возможно, он, блин, этот жив. Лес кажется диким, как и весь Глостершир. Я будто проехал верхом через врата в совершенно другой мир. Да, здесь живо старое колдовство, которое хотят искоренить Теодор и его церковь. Теодор хотел перемен. Думаешь, поэтому его похитили? Здесь многие хотели бы занять место Элдермена. Это мог сделать любой из них. Но боги же посылают тебе знамения. Ты ничего не видела? Только ты. Здесь нет других данов, которые могли бы быть в этом замешаны? Тогда бы мы уже давно услышали рев их рогов. Наш народ не слишком скромен. Языки остры, как топоры. Короче, подозреваемых много. Я бы пока что думаю на этого рогатого Элдермена. У него были причины.
Но остальные, ну, хотели занять место, да. Кит Поэтому... Ладран, тайник воров. Здесь я тебя оставлю. Ты будешь в безопасности? Неподалеку есть святилище. Если понадоблюсь, ищи меня там. Да хранят тебя боги. Угу, нам сюда по дорожке. Тайник воров. Ну, спасибо ей, она помогла. Хотя, да, он чужеземец. Язычник, как они говорят. Но, тем не менее. Когда его обвинили, да? В убийстве будущего Элдермена. Она такая, да, ладно, все. Будем разбираться в этом. Ты не виноват. Классная местность, мне нравится. Поля, овечки. Чудненько. Стрелу прихватил. Я ничего не нажимала, он сам. Так, стойка. Что видишь сегодня? Ну, нам туда, что там еще ключ надо найти. Блин, опять они эти частоколы понаделали. Как мне туда попасть? Придется искать ключ. Придется. Ну ничего, не первая такая крепость, в которую мы пробрались. Мне куда-то сюда. А, в общем-то, вот. Давай сохранимся на всякий пожарный. Чтоб не скакать, какать. Нападут, как только увидят. Кто сказал? Ты меня не видел? Не видел. Ай! Видел? Ладно. Тогда уже не надо стесняться. Я брошу тебя только к смерти. Чё? Ух ты, ты как клёвый, да? Эй! Так. Ай! Меня сзади кто-то бьёт. Ау! Пригодится. Кто там? А. Здрасте. Нифига, какие у них тут решетки. Голос Теодора. Он жив. Так я тебе про что говорю? 100% живой. Не убили они его. А где он? Так, ну-ка давай-ка присядь. А, вот тут по-моему. Кто тут? О! А, найдите ключ. Ну ясно, ясно. Дайте иду. Не, не надо. Мне нужен ключик. О! Жиробасик какой. Он меня не видит. Оп. А! Оп, 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 оп. Есть пробитие. Вставай. Эй, что творит? Ай! Да подожди! Дай кое-что попробую. Мы просто в очень узком пространстве. Это было смешно. Что ты кричишь-то? Так. Ой. Приветствую. Я, короче, за этим. Пили мы с ним вчера. Я его заберу, ладно? Ну, тем самым... Ой, мы горим. Жалко. Жарко. А мне жарко. Тем самым мы докажем свою невиновность, приведя его обратно. Кто? Зачем? Думаю, Гвилем прячется здесь. Да, блин.
Вы меня надоели. Ой, опять хомячок. Опять хомячок. Нет. Иди-ка сюда. Идите сюда. Камни. Супостаты. Ау. Я постреляю немножко. Ну вы упыри, конечно. Чё не идёте ко мне? Ай-яй-яй! Бросил меня. Лети! Я наоборот к тебе хочу. Ай! Дурачок. Так, еще кто-то в меня кидает. Зачем ты на труп наорал? А, приветик, а ты что делаешь? Куда ты стреляешь? Пожалуйста, помогите! Угу. Я спешу на помощь. О, нет. Да уж, он нет. Эйвор, так ты жив? Пощади! Мне приказали! Элдермен Кинан! Он заплатил нам за убийство! Я же говорила! Верните ему серебро, наемнички. Убить и то не смогли. Зря ты решил свалить все на меня, Гвиллем. А мы подумали, оставим парня в живых. Тогда Кинан заплатит еще больше за тайну. Ну зачем ему смерть? Он сам не хотел сгорать, это же его преемник. Мертвец не заплатит. Ну ладно, зачем? Зачем Кинан на убийство Теодора? Его же преемника. Мы не спрашивали. Чем меньше знаешь, тем лучше, нет? Решили вымогать серебро, но не выяснили, за что именно. Вот вы дураки. Дебил. Слушай, мы не убили бы парня, даже прикипели к нему. Подтверди, мы тебя берегли. Это все Кинан? Зачем? Я же... Он все еще бухой. Боги, он умер! Эй ты, просыпайся! Скажи Дану, что я сам кормил тебя с рук! Прочь, дурак! Слушай, Эйвор, мы ведь друзья! Пили вместе, да? А помнишь цыплят? Еще слово, отрежу язык! Теодору нужен целитель, его лечили припарками с навозом. Но те, кто похитил меня в прошлый раз, и того бы не сделали. Спасибо за помощь. Смотри, не попадись в третий раз, когда сбежишь. Тебе спасибо. Так, надо лечить. Очень признателен. А чё, всех отпускать не будем? Когда очнулся в их логове, думал, что мне конец. Тише, Теодор. Ехать долго. Кинан приказал убить меня? Да. Ничего не понимаю. Он как ведь был мне как отец. Я спрошу его сам. Я не слушал, когда он говорил, что язычники не хуже нас. Что жить мирно можно и с несколькими богами. Один лик или много, это не важно. Прими свой вет. Нет! Давите эту мразь! В смысле? Не надо меня давить. Я сваливаю. Мы такие вообще беспалевно вышли через главные ворота. Лошадки. Ну вот почему-то я так на него и думала. Он сильно радовался такой. Один лик или много, это не важно. Нам всем повезло жить в лучах его славы. Он такой, да, да. Теодор. Сменил. И повязку тоже надо сменить. Да, я договорю. Он, в общем, такой, о, да, вот сейчас меня сожгут, класс, класс. Так надо. Я думаю, конечно, он не мог смириться с этим. И власть отдавать не хотелось. Его лихорадит, он впадает в беспамятство, но еще жив. Неужто гниль попала в кровь? Жаль, очень жаль.
Его похитили те люди? Они говорят, что их нанял Кинан. Так это Кинан? Не знаю почему, но он заплатил за убийство Теодора. Сама видишь, как они справились. Кинан с мальчиком были схожи. Истовые христиане, что спорили со мной о природе жизни. Но он стал мягче. Люди часто творят зло ради власти и чтобы выжить. Может, он хочет предать огню Теодора? Разве в жертву приносят не вождя? Если назвать мальчика Элдерменом посмертно, обычай не будет нарушен. Значит, нужно остановить Кинана. Ты залечишь раны Теодора? Я неплохая целительница, но если боги ждут его, мне не помешать им. Эйва, что ты сделаешь с Кинаном? Сжечь его нафиг. Раскрой обман, да. Я а потом убью. Его обман. Пусть народ решит, достоин ли он славной смерти. Ты пощадишь того, кто очернил твое имя? Отвечу ему тем же. Пусть на мерзавца плюнет даже его бог. Твоя решимость крепка. Тогда скачи, как Рианон. Спасибо, Модрен. Присмотри за Теодором. Нужно отыскать Кинана до конца праздника. Было бы весьма неплохо, если бы она вылечила все-таки этого пацана. Позабытая любовь. 700, ух ты. А можно туда как-то телепортнуться? И конечно. Пойдем. Ну-ка. Ладно. Получается, тогда отсюда оно, в принципе, даже ближе похоже. Заметят. Начну с длинного дома. Так, длинный дом. Он говорит, не должны его заметить, и найти надо его. Что ты видишь, Сюнин? Ну, пойдем потихонечку. Его так-то разыскивают, да, конечно, поэтому нужно аккуратненько. Тут пройдем. Угу. Поговорите с Бригиттой. Так, Бригитта. Здесь его нет. Может, кто-то его видел? А я ее не понимаю, как я с ней поговорю. Бригитта. Эйвор, finally Тири Дехуалит. Мне нужен переводчик. Бригитта, я рад тебя видеть. Эйвор, what has become of Тевдер? Did you faint your scarf? Спасибо. Угу. Где Гуннар? Ну, мы ей не будем пока про этого ничего говорить. Кинана. Бригитта, я нашла брошенное гнездо в стропилах. Принесу его домой, матушке. If you cattle it, then the babbins will do it all, lay it got. А, это ты. Убийца в Самайн. Убийца в Самайн? Неважно. Гвенет, я ищу Кинана. Ты его видела? Он занят праздником и прогнал меня к Бригитте. Хочешь посмотреть, какие чары я теперь знаю? Если я соглашусь, покажешь, где Кинан? Одно заклинание, и все покажу. Так, засунь руку в мешочек. И сейчас у тебя в руке три камушка. Это поразительно, но нам очень нужно найти Кинана. Тахлятаем, сэр! Почему? Идем, найдем его скорей. Мы только ее не понимаем, все остальные говорят вот нормально. Заковница. Праздник им так, не нравится. Узнать, мама Кинан. Говорит, что они приходят покудахтать. Показать еще чары? Могу достать желудь у тебя из-за... Можно, не надо. Мне нужно найти Кинана, это важно. Как скажешь, убийца. Как насчет игры в гости? Продолжает его убийца называть. Что за девочка? Кошмар. Зачем так. Той женщине маска в полоску? Маска барсучихи. Их носят дамы, что тут заправляют. Знаешь, где Элдермен Кинан? О, твой ужасный лик напугал меня. Солнце зашло, и Кинан отправился молиться в церковь. Мне нужно с ним поговорить. Неважно, о чем ты хочешь с ним поговорить.
Все это подождет до утра. Он заперся. И ключ лишь у Гевы. А Гева пустит меня? Ей приказали не пускать никого. Но вряд ли она даже с этим справится. Гева из тех, кто и свою голову позабудет. Спасибо за помощь. Поговорю с Кинаном завтра. Нужно ее найти. Нашли, кому ключ доверить. Важная миссия такая. Так, здесь ее нету, правильно я понимаю? Ну-ка. Святой Кинан. Мне нужно найти Элдермена Глостера. Тот, что еще жив, сейчас в церкви. Как туда попасть? Никак. Тебя не пустят. Да и что делать в этом сыром склепе? Я вспомню туда дорогу, разве что если здорово напьюсь. Похоже, добрый Эль разговорит его. О, да? Добрый Эль? Не опять? Так, столько. Еще с кем-то можем поговорить. Эй. Знаешь, где Кинан? Должен быть в плетеном человеке. Че, типа которых сжигают? Как мило. Так, еще с кем-то можно поговорить. Угу. Приятно тебя видеть, Эйвор. Хоть кого-то можно нагрузить работой. Не-не-не-не-не-не-не. Там всегда нужна помощь. Так что заходи в любое время. Я думала, ты мне что-нибудь по делу скажешь. Ключ. Для чего? Так, ну чё, как мне найти-то? Мне нужен ключ. Может, туда прямо пойти? Может, это тот ключ, который мне нужен? Я боюсь, что это ключ от какого-нибудь сундука, который, блин, вот сейчас вот мне совсем не надо. Вообще совсем. Так, стойка. Где-то там что-то светилось. А, мне показалось. Этому нужно принести выпить, да, или что? Нет, это другой. Протёр такой. Подливает. Официантка Скажи, Эйвор. Чем же тебе насолила церковь? Не здание и уж точно не Господь Бог, а сам этот город. Мерзкие детишки разбивают мои дары Господу. Ты о чем? О витражах. Ты ведь понимаешь, сколько труда нужно, чтобы создать образ мученика в стекле? Ты про картины из стекла? Они хрупкие. Да, очень. Несколько месяцев труда псу под хвост от того, что язычник бросил камень. Жаль слышать, что твой витраж разбили, но мне пора идти. Стой, стой! Выпьем еще по одной. За Элдермена Кинана. Или за Самайн. И за Мари Луит. За стекло. Если разбить витраж... Можно будет попасть в церковь. Хорошая информация. Разбить витраж. А что-то у меня очень много заданий. Мне всего-то нужно в церковь. Поговорите с устроительницами. Так, узнать. Устроительница Гева. Ключ. Витраж. Церковь нужно разбить. Надо найти, где церковь. Где церковь? Где церковь? А вон она. Покажи мне все. Пойдем. Нам и ключ не надо искать, нафиг он нам нужен. Так. По крайней мере, будем пробовать. Опа. А, на задней стене. Это, наверное, парадный вход, да? Убрали. Ну, тут, кстати, тоже, видите... Наверх можно подниматься. Ну все заперто. Ой. Заперто с той стороны. Ясно, понятно. Давай посмотрим, что за витражи тут. А, ну-ка.
чудно. Заперлись они тут. А Тейвор, не запрёшься. Так. А вот и кину. А где ты? Ага. Ну-кась. Так, кажется, он там. Мне нужно карту. Чё тебе надо? Вот ты где, лживый подлец! Эйвор, скажи, тебе по нраву наше праздненство? Довольно притворства. Теодор жив. И я знаю, что ты хотел принести его в жертву вместо себя. Думаешь, я хотел избежать костра? Да. Я с радостью взойду на него. Но не позволю христианину-фанатику править Глостером. И что тогда? Ты хочешь лишить людей правителя и обрушить на них кару церкви? Не волнуйся, у нас будет правитель. Модран примет рогатый венец. Хочешь сказать, что Модран солгала? Ха! Мы обвели тебя вокруг пальца, не так ли? Эйвор, это Модран придумала, как убить Теодора? Да ладно! Все ради того, чтобы заполучить Глостершир. Удержать его будет непросто, вас окружают христиане. Выбора не было. Она узрела Теодора с пламенем за спиной. Он жёг все, что мы создали вместе. Все. Вы с Модран? Значит, Квинет? Перед смертью нужно привести все в порядок. Подготовить гнездо детям. Ну, так план провалился, я же уже здесь. Кинан, твой честолюбивый план рухнул, как крепость из песка. Знаю. Напрасно я доверил убийство парня Гвильяму и его недоумкам. Так что вы с этой ведьмой задумали? К чему обманывать меня? Чтобы обеспечить жизнь своей дочери? Я возжелал Модран. И когда она попросила меня поучаствовать в обряде плодородия, согласился. Наш союз породил не только Гвинет, но и единый Глостершир. А Теодор жаждет его уничтожить. Тут ты ошибся, Кинан. Теодор изменился. И мыслит подобно тебе. Теодор? Но он упрям, как осел. Это ты его вразумил? Не только я. Доброта разбойников и странные бриты. Он принял Христа и Кернуна. Эх. Пророчество — странная вещь, да? Теодору хватило похищения и помощи упорного Дана. Эйвор, Модран повела Теодора в свое лесное святилище. Если поспешишь, успеешь ей помешать. Я отвел бы тебя сам, но у меня слишком много дел. Иди же. Или ты хочешь меня убить? Попозже. Готовься. Ты и так скоро умрешь. Я не стану карать народ за твои проступки. Спасибо, Эйвор. Твоя милость вознаградится, я уверен. Угу. Некогда мне с тобой тут. Пацана надо спасать. Мы выйдем отсюда? Приди. Ага. 700 метров, ё-моё. Жертвенный огнец. Так, мне нужна карта. Ух ты ж, далеко пилить. Нифига она его утащила, он еле шел. Ну что, ребята, там встретимся, потому что, видите, долго мне туда добираться. Так, область исследования, добрались куда-то. Давай-ка посмотрим. Очень далеко где-то. Найдите Модрон. Стань моими глазами, Сёнин. Ну, пойдем потихоньку. Где-то тут. Опа! Эльфийский лес. Нихуничка. А у него что, охрана здесь? Ничего себе. Ну, я от этой бабы не ожидала. Она вроде как давай мне такая помогать. Сначала-то. Я ее еще такая похвалила, да? Ну, как он молодец. Поверил, конечно, поверила, потому что это их был план. Она знала, что Эйвор не убийца.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он сюда идет? Нет. Так, один идет сюда. Ну что, подеремся? А, блин. Да нет, внезапно вот так сделай, пацаня! Короче, вот эти вот коренья, вот эти корни помешали мне нормально завалить его спокойненько. И давай установим ловушку. Мало ли кто-то подойдет и осматривать. А! Сзади! Нет, 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 я убежал, все, ты меня не видел. А у меня максимум, все хорошо. Так. Ну что ты мне подскажешь, где ее искать? Дети. В общем, мы на месте, по-моему, же, да? Да. Тут несколько входов. Куда она тут с ним ушла? Фиг знает. Где искать? Хотя потихонечку. Вот тут вот человечечка снимем с поста. Не надо тебе это, братка. Не работай на ведьму. Ловушку тоже можно, в принципе, поставить. Везде будем ставить. Да блин, Эйвар. Какого лешего? Тут чисто. Вообще чисто. Никого там нет. Идем сюда. Так. Ой, много что-то тут, парняк. Чего так много? Вау. Молитвы. Тихие. Но я узнаю голос Модрана. А, вот ты где, стерва. Сейчас. Мы всю твою охрану обошли практически. Ну, если нападут, то я тут с ними уже как-нибудь. Быстрей! А мы лишь сторожим дверь. Лучше уже быть здесь, если нужно. Пацаны меня не заметили. Так, только не говорите, что здесь заперто. Да, я здесь не смогу пройти. Ладно. Я пока на полусогнутых. Чтоб не привлекать внимания. Ага. Ну все, ну ее-то точно надо грохнуть. Какого фига? Обманула. Того и так принесут в жертву. Ничего не видно. Пачки. Блин. Мы не любим такое. Ну, зачем нам это надо? Ты чё? Бешеный! Залезай! Придурок. Почему нельзя было прыгнуть вперед, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Вот же у тебя прямой путь. Давай. Сюда и сюда. Взял, нырнул. Конечно, будешь кашлять теперь. Мне, наверное... Эйвор! Пожалуйста, прошу тебя. Будь умничкой. Ну! Так, тихо. Сколько тут народу? Так, у одного ключ. У одного ключик он там мне и нужен. Ну, придется поместиться тут, потому что вряд ли я смогу пройти каким-то стелсом. Ага. Один смотрит, он же в мою сторону, да, смотрит? Тут еще вода. Ну-ка. Ругается там. А мне бы какими-нибудь окольными путями до того добраться было бы вообще здорово. Да-да-да-да-да-да-да.
А он спит, кстати, по-моему, с ключом, который. Ну-ка. Можно было украсть, кстати, но он стал просыпаться. Уж простите, ловушечку. От сундука. Ну что, убьем? Они меня, по-моему, не заметили. Ну-ка, сверху. Чётенько. Ассасинство. Тебе не жить. Ай! Не надо. Слушайте, я говорю, не смогу по-ассасински. Сработано чисто. Ну что, их тут только четверо было. Опа. Как это я такого не заметила? Обалдеть. Ключ-то мы от него взяли, да? Ну где ты? Сейчас всех разнесу. Так, трое. Этот смотрит прямо, поэтому, наверное, не получится его убрать потихой. Хотя, овечки. Он прям в эту сторону смотрит. Прямо четко в голову. Че, промазал, да? Дурачок! Ай. Че, молот? Конечно, ты крутой. Но я быстрее. Это все мое. Ну и где ты? Сколько можно тебя искать? Как она могла такого, ну, здоровенного мужика тащить сюда? Или у нее какой-то другой вход? Так. О, боже мой. Зачем? Мне туда, короче, да? Неужто я попал в Альфхейм? Или это совсем чужой мир? Ну, это фигня какая-то. А вон она. Нет, всплывай, пожалуйста. Направь меня. Так не говори мне, что сейчас народу куча набежит. Кровь и пот, жизнь и смерть. Твое тело пожрет червь. Модран, стой, или умрешь от моей руки. Так и знала, что Кинану не хватит духа четвертовать тебя. Ты хладнокровно пожертвовала любовником, чтобы спастись. Как мало ты понимаешь. Неважно. Я просвещу тебя с яростью богов. Мудро. Ух ты. А ты что, ты наверху будешь ходить? А иди ко мне. Давай, давай, спускайся. Ну так неинтересно, женщина. Опа! Фига себе, травим. Дурчка! А, дурчка? Ой, стой смирно, иди сюда. Я так и знала, что тут будут какие-то покатушки. Мне тебя догнать надо. Уже наверху. Так мне так тяжело в нее стрелять-то будет. А, смыкалась где-то. Ой, мне не нравится такой бой. Я что, должна бегать за тобой постоянно? Ну, это же бред. Она в меня сейчас выпускает. Ага. Класс. Ай, ворлечись. Я вообще ничего не вижу, где мы. Лисички, лисички. Она меня будет травить сейчас. Чудно, блин.
Умри, Модран! Давай, побольше накидывай, накидывай. Убегает. Спустилась. А ты ко мне? Ой, да конечно, давай, давай, давай. Иди сюда, женщина. Женщина, подождите. Скотина какая. Я в нее не попадаю. Плохо. Я иду к тебе. Сранка. Да, Эйвор, что делать? Огненный ты мой. Она спустилась. А ты какая паразитка. Ну что будем делать? Она наверх пошла. Суть какая бешеная. Слишком далеко. Класс. Так, а хилки есть же где-то, да? Ну-ка. А можно к ней подкрасться? Или она меня все равно будет чуять? Она меня стреляет. План перехват! Побежали! Скотина! Ну что ты будешь делать с этой бабой? Дай, давай рубиться! Не, серьезно, давай! Да подожди! Подожди, дай стукну хоть разочек. Сейчас я его в угол забью. На! Засанка. Похилимся. Ну-ка, стой! Куда пошла? Ха! У меня одна хилка осталась. На. Все? Угомонилась? Да-да-да. Вот когда начинаешь ближний бой, вот это мы понимаем, да ведь? Когда бегать, что-то там стрелять, что за фигня? Давай же. Оставь Глостершир в руках христианина и ради чего? Славы и торговых путей? Думаешь, твои боги не в силах изменить Теодора? Он уже не тот фанатик, которым был раньше. Легко солгать из страха смерти. Едва ты уйдешь, он убьет меня и станет жечь мой народ. Мне было видение. Да, Кинан рассказал мне. Норны плетут наши судьбы, но если бы не похищение, Теодор не изменился бы. Значит, жалеть не о чем. Но мне было видение и о тебе. О пути вьющемся, как река Ус. Корчи провидцы искажают и тело, и слова. Но пророчество как поток, с которым нет смысла бороться. Она защищала своих людей. И очернила твое имя. Запятнала свою честь и их честь тоже. Убить? Я сам выбираю путь. Девочка тоже странная. Ничего не отрезай без меня. Что за ужас здесь произошел? Тебя хотел убить жрица, Модран. Почему? Я ей ничего не сделал. Боялась, что ты станешь молотом церкви. И убедила Кинана убить тебя. Я убил Модрана, но Кинан жив и скоро взойдет на костер. Бессмысленные смерти. Дьявол любит искушать людей. Но мы не должны его слушать. Модран, было видение, что ты изведешь язычников. А Гвенит — дочь Кинана. И он хотел защитить свою семью. Забота о ребенке — благо. Но гнев — грех. Как они могли так перемешаться? Разум часто подводит, когда есть угроза. Себе, королевству, ребенку. Что же делать с ведьмочкой? Я о ней позабочусь. Она невиновна.
Я не приму твоей веры. Не придется. Подожди, вырастет, еще отомстит. Ну а что, надо было ее щадить? Она же не хотела никого пощадить. Так он все еще запинается. Че, куда нам? Сожжение плетеного. Ага. То есть у них все-таки сейчас будет этот праздник, да? Где? Вот. Давайте туда переместимся. Все-таки надо добить это дело, да? С Киноном. Вот так вот, блин, ребята. Приехали за своим кузнецом и вляпались в такую историю. Жесть просто. Эти дворцовые перевороты. Политика. Гуннар, рад видеть друга. Даже твою ужасную рожу. Я думал, что пройду этот путь с тобой, но мне пора возвращаться, а мы лишь раз выпили вместе. Не бойся, Эйвор. Она с тобой сложит еще не одну сагу, и поминать будут с почтением. Да, сагу. Сагу о Глостере, прекрасном крае, полном дураков. За это можно выпить. Спасибо тебе. Для тебя что угодно, друг. Тогда пойдем попрощаемся. А после, наконец, отправимся домой. Да, Бригитте точно понравится Рандви. Угу. Особенно они поймут друг друга, да? Уже ушли. Присоединюсь к ним. Так, это... Ого, какой здоровенный человечек. Так, привет, ну чё, готов? Ведьмочку твою мы уже порешили. Прошу, скажи, что стало с Модрон? Она сгорела на костре, почти таком же. Я думал, надеялся, что ты пощадишь хоть ее. Нет. Отвали. Вен. Прошу, не надо! Сожжем что-то еще! Кого-то другого! Тише, милая. Я вернусь в землю, к деревьям и ячменю. Мое тело будет кормить богов, червей и даже тебя. Я буду рядом, и через много лет, когда ты состаришься, мы увидимся вновь. Папа, я думала, что буду готова. Все же я остаюсь при своем мнении, обычай дурацкий. Сжигать Элдермена, если у вас не урожай. Что ж, пора. Бред. Вот, корона. Это твоя судьба. Ты здесь, несмотря на трудности. Равно как и ты, Эйвор, друг Глостершира. Не зря тебя все так восхваляют. Хоть ты мне ничем не обязан, позаботься о них. Муки других не приносят мне радости. Узнай ты меня получше, понял бы это. Угу. Вместо этого они просто решили тебя убить. А не узнавать получше. Я был вашим элдерменом 20 лет. Настало время исполнить последний долг. Я всегда был с вами. Мы вместе трудились, вместе встречали рождение и смерти.
Вместе росли и учились. Леченый человек готов, король. Твой алтарь ждет. Я горд быть вашим королем урожая. Когда огонь догорит, вас ждет долгое лето и краткие зимы. Вот это же просто погодные условия. От он сожжения человека это не зависит. Он смертью, которой жаждал. Угу. Стал пищей голодных богов. Ну, смерть страшная, сожжение. Долгая, мучительная. Подожгите. Серьезно, я? Покажи нам честь. Прикалываетесь, что ли? Славься же, король! Гнусные нехристи! Так. Почему Кина умирает? Но у меня нету. Ну ладно, давай вот так тогда. Господь, прими душу Кинана. Еще меня заставили поджигать. Вот жуки. И еще, говорит, было много желающих на место Элдермена. Я так понимаю, они все так заканчивают. Я бы не хотела на его место. Типа потом следующий год опять не урожай, и в такого же человечка поднимешься. Отче наш, иже еси на небесех, и мать на земле. Прошу! Прошу! Примите мою жертву! Примите плоть мою и кость! Даруйте благо! Какая жуть! Ой, Эвар, пойдем скорее домой, а? Такой ужасный край. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандве. Сообщу ей добрые вести. Какую-то репу нашел. Где ты нашел, Эвар? Репа. Ой, давай скорее к Рандве, да, действительно. Жуть ужасная. Так, а что тут у нас остается? Поговорите, говорит, о Винчестере. Улучшенным богам. Стрижь годы в сторону, чтобы завладеть неким тайным. Угу. А что, кстати говоря, почему у меня не отмечено? А, нет. Нормально все. Ой, я сюда переместиться хотела. Все, что, я под сильным впечатлением этих сожжений. Аж не те кнопки нажимаю. Давайте заглянем, может быть. Пожалуйста, расскажи еще. Да, блин, только что была долгая загрузка. Ну хватит, пожалуйста. Я вам их вырезаю, не записываю, но сама уже сижу, стреляюсь. Да как сказать? Покажи-ка, он что тут... у тебя тут продается. Маленечко съехал кукухой. Если хочешь, могу отдать тебе. Кого? Плащ ворона. Повысить качество не могу. Повысить качество. Щит. Щит клана ворона. Вот,
Класс. Лучше, чем прежде. Класс. Руна там еще есть. Надо будет поставить. Так, что у нас еще? Топорик нет, да? Так, все товары, конечно, хороши, но этот особенно. Чего? Где кто? Ну ладно, у нас нет вообще ничего, все по нолям, блин. Битва ждет тебя. Угу. Мне пора. Удачи. Вообще не битва, а Рандви меня ждет. Погнали. А у меня максимум провизии, это хорошо. Расскажем сейчас ей, какая жизнь с нами там приключилась. И надо будет взять еще что-нибудь. Так. Рандви, Рандви! Представляешь, заставили сжечь человека. Даже не знаю, как описать то, что случилось в Глостершире. Думаю, скоро ты сама узнаешь. Но мы заключили союз? Да. Но это было нелегко. Да уж, мы под впечатлением. Материалы мне дали. Пришел Уба Рагнарсон. Говорит, что у него к тебе дело. Ты куда? Давай поговорим. Почесал такой к выходу. Басим, скажи, ты давно говорил с Сигурдом? Мы порой беседуем. А что? Скажи, он не изменился? Не кажется тебе печальным, безучастным? Он куда более задумчив, погружен в себя. Задумчив? Это еще мягко сказано. Он говорит так, будто сами боги шепчут ему в уши. Сейчас странные времена, Эйвор. И люди тоже. Может, Сигурд благословлен? Но кто скажет наверняка? Верно. Мне нравится, как Бася разговаривает. Рассуждает. Такой прикольный. Уба. Давай теперь с тобой поговорим. Уба Рагнарсон. Далеко ты забрался от дома? Да, Эйвор. Я долго шел по просторам Мерсии, чтобы поблагодарить тебя. За что? Ивар причинил вред тебе и тем, кто рядом с тобой. Но ты не отказал ему в праве войти в Вальгаллу. Я не смог обуздать его в этой жизни. Но в следующий он сослужит всеотцу хорошую службу. За твоим братом следовала тьма, и вряд ли он осознавал это. Но ты прав. Сейчас он там, где должен быть. Да. Я же пришел отблагодарить тебя и вручить дар. Знак моего уважения. Спасибо. Используй его с умом. Надеюсь, еще увидимся. На поле битвы, если повезет. Угу. Быстрое такое задание. Серебряное кольцо. И что? Очки навыков. Ну, давай посмотрим, что там у нас по очкам. А я вот так распределю, как судьба решит. 238 мощь. Неплохо, неплохо. Что у нас по заданиям? А, кстати. Щит мы качнули. А, улучшить можно. Ну, разумеется. Конечно, качаем. Конечно, качаем. И руны давай посмотрим. Пустая ячейка. Нет доступных рун. Моя плакать. Ничего такого у нас нового нет, что ли? Надо с Рандви поговорить. Рандви! Рандви! Что у нас там по карте? Карта союзов. Посмотрим на карту союзов.
Надо снять с него этот череп, блин. Дурацкий. А, так. Ну что? Здесь-то у нас все. Со всеми все заключили. Других-то территорий даже и не намечается. Это последнее. А она у нас не выбирается. Ха-ха. Весело. То есть нам вообще даже делать уже нечего. Так что ли? Ну ладно. Я передумал. Я передумал. Ну да, типа. Может. Прошу, Эйвор. Не сейчас. Сигурд здесь. Тут Сигурд. Да я так просто. Мне пора. А вдруг прокатит. Показать задание рядом. Давай. Ой, не то. Простите. Ну, тут только поселение растет. Повысить контракты. Так, это не то. Глубокое погружение. Туда нам пока вообще нельзя. Найдите. Утраченная слава. Это Йотунхейм, да. Ну и все, что ли? Ладненько. Разберемся с этим. Ближайшее время, ну а сейчас пока заканчиваю серию. Спасибо большое за просмотр. Пишите обязательно ваши впечатления, комментарии. Обсудим. Обсудим все, что произошло. И встретимся в продолжении, конечно же. Пока.